Всем привет, с вами Малыш. Итак, по игре Spintires появился нормальный, вроде как, рабочий воркшоп. Как его увидеть, как установить моды. Заходим в библиотеку, смотрим игру Spintires, правой кнопкой мышки, открыть центр сообщества. Далее выбираем вот здесь вот мастерская. И здесь выбираем уже новые. И вот они пошли моды. Как видите, здесь уже народ начал закидывать. Также Ромаха у нас закидывает моды свои. Вот. Как это дело установить? Выбираем, какой понравился мод. Вот, как видите, в подписках уже. Нажимаем сюда подписаться, и автоматически это дело скачивается. Вот, автоматически скачивается, и в игре уже будет доступно. Пока немного кривовато это все там с названиями работает, но это работает. Так, а как работает, я вам сейчас покажу. Так, вот мы зашли в игру. И теперь смотрим. Нажимаем «Играть», выбираем любую карту. И сейчас будем смотреть грузовики. Вот у нас КамАЗ от Ромахи. Дальше. Вот КамАЗ от Ромахи. Вот у нас стандартные есть КамАЗы, также остались. Также там есть, я поудалял, правда, пока отписался от тех модов, которые были воркшоповские. Вот у нас КрАЗ есть. Давайте посмотрим сейчас. У нас два КамАЗа разных. Давайте вот этот вот посмотрим. Это без менеджера модов, без всего. Это вот подписка установилась. И, как видите, воркшоповские они появляются. Вот то, что нам Ромаха сделал. Шоссейка. И колеса Ромахи. Так, снимаем платформу. Заводимся. И поехали. Колеса добротные, качественные, даже очень качественные. Я был в удивлении, конечно, немного, что Ромаха дошел до такого состояния. Вот, но это хорошо. Это пока начальные моды. Потом моды, конечно, будут дорабатываться нашей командой Spintires Commandos. Ну и, соответственно, уже будут выкладываться в воркшоп. Кто захочет, соответственно, конечно, тот скачает. Посмотрим, как все это будет дело работать. Так, ну, КамАЗ мы посмотрели. Теперь посмотрим КрАЗ. Так, вот он у нас КрАЗ. Снимаем платформу. Все расплывается, как видите, все отлично. Текстурки довольно хорошие. Ну что же, чуть-чуть проедусь. КрАЗ, соответственно, не такой быстрый, как КамАЗ. Небольшие, видимо, проблемы с этим, со следами у нас. Я думаю, что Ромах это скоро доработает. Посмотрим потом. Хотя следы не важно, но тоже мелочь. Так, ну и КрАЗик.
КРАЗ, я так понимаю, вообще вне конкуренции, да, у нас теперь? Да. КРАЗ у нас теперь действительно танк на колесах. Ну, в принципе, он такой и есть, по идее. Так, ну что же, как видите, воркшоповские устанавливаются, работают. Ну и, в принципе, все как бы работает. На этом пока все. С вами был Малыш. Всем спасибо. Всем пока.